Насколько он вообще достреливает. Нихуя. Да вы чё, блядь? Закончилось топливо. Возвращаюсь на дозаправку. Рано. Внимание, на вас охотится команда противника. Играет ПС-шка есть. Надо вал на дистанцию посмотреть, насколько он вообще достреливает. Нихуя. Лол, я за укрытием был. Был или нет? Цель на ликвидацию отмечена. Убейте ее. Тут кто-то еще был. Спортсмен. Он остается пятеро игроков. Слева чел в самолете. У беспилотника закончилось топливо. Возвращаюсь на дозаправку. Это тот чел. У него хорошая позиция, я слева пикаю, мне очень неудобно. Надо его обойти как-то чуть-чуть. Он, наверное, тоже сменил позицию. Если не дурак. Стоит закрывать? Я думаю, он через дорогу вообще. Главный, прием, нужен разведполет. Там что-то слышал. Либо скрипит просто металл. По приколу. Отмечаю безопасную зону. А у меня укрытий-то нет. Ну, ясно, он тут сидит. А, он туда пошел крутить. Ну все, у меня нет укрытий. Не пизда, походу. Двадцать. Должно хватить. Он же не догадается слева от забора выйти, это слишком умно. Ёпты! Он не понял, что я фангую. Для него идеальный план был вот здесь, да? Просто обойти, выйти из-за забора. Он бы, да, он меня переиграл. Ну вот так просто пройти. Жесть, но... И на КППшке пикнуть меня.